It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Dee-Dooby-Doo, Scooby-Dee-Dooby-Doo, Scooby-Dee-Dooby-Doo love. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Dee-Dooby-Doo, Scooby-Dee-Dooby-Doo, Scooby-Dee-Dooby-Doo love. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Dee-Dooby-Doo, Scooby-Dee-Dooby-Doo, Scooby-Dee-Dooby-Doo love. Скажем, что мы верим в то, что не напрасно были наши усилия 24 года назад. Давайте скажем, что мы верим в то, что Россия станет демократическим государством. Что это все рано или поздно произойдет. И давайте скажем, что вот это уныние, которое сейчас поселилось в сердцах многих людей, многие люди уезжают, говорят, что эта страна обречена. Это все неоправданно. Нашему народу предстоит избавиться от этой власти, полностью демонтировать муляжный режим, воссоздать институты и начать строить нормальное, человеческое, современное, конкурентоспособное государство. Если мы ничего этого не сделаем, ничего не произойдет. Это нужно точно понимать. Мы окажемся в этой мутной трясине на долгие десятилетия. Построение демократии в такой стране, как Россия, исключительно тяжелое, долгое дело. Вот мы сегодня с ним и занимаемся. И, к сожалению, дыхалки продолжать это дело хватило не у всех. Поэтому нас так мало. Но я уверен, что это временно. Потому что, да, победил ГКЧП, но победил-то он что? Победила самые неприятные, отвратительные особенности советского государства победили. В том числе его маразм, дряхлость, его нефтяная зависимость и все прочее. То есть победили те самые пороки, которые угробили Советский Союз. Они сейчас, к сожалению, могут угробить Россию. Поэтому если не победим мы с вами, если не победит демократия, то проиграет Россия. Ее просто не будет на карте земного шара. Поэтому мы с вами здесь для того, чтобы не только защитить демократию, но и для того, чтобы спасти нашу эти страну. Эти крики про 90%, 86%, которые сейчас был знать за что, для меня смешны. Потому что 120 тысяч... в ту ночь не дали повернуть колесо истории России. А что думало большинство, мы не успели узнать. Мы не успели его опросить. Но мы это было сделано. ГКЧП был политическим Чернобылем советской тоталитарной системы. И его поражение остается не только нашим болезненным радостным моментом, но и остается испытанием по сегодняшний день. Так получилось, что здесь до 12 часов 22 я ездил на машине по Москве, и к
какие 100 тысяч 150 собравшихся у Белого дома? Я думаю, что около 2 миллионов москвичей в этот день ликовали на улицах и площадях Москвы. Это был настоящий праздник. Праздник победы. Победы достоинства над тоталитаризмом, победа достоинства над унижением, победа стремления москвичей и россиян к свободе. Это была действительно победа духа и не только победа силы. Мне кажется, что задача заключается в том, чтобы тот фитилек, который не загашен, как был загашен в 30-е годы, этот фитилек поддерживать, это горение поддерживать и распространять уверенность в том, что Россия будет свободной, Россия будет демократической, Россия будет европейской страной на европейском пути. Спасибо.